Привет, куда? Че, а так, да, нельзя? Что? Доброе. Ну что, ребята, привет! Сегодня 21 марта, отличный день, легкая морозная погодка. Сегодня мы должны быть в Мурманске, но, к сожалению, мы остались в Сестрорецке. Но, к счастью, мы пробежим 21 километр отличной компанией. Может, побольше. Кто-то уже от нас убежал, кто-то еще к нам прибудет. В общем, пробежимся по дистанции в Сестрорецке полумарафон. От площади Свободы, дом 1, до шалаша Ленина и обратно. Я мечтаю кросс пробежать. Не, мы бегали уже. В общем, к Сестрорецкому полумарафону все готовы? Всегда готовы. На старт, внимание! Побежали. На следующие выходные можно собрать больше. Я думаю, да. Устроим это сестрорецкий трайхард. Давай, локтем. 5. Давай, 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 давай. Разворачиваемся. Стартовали мы из города Сестрорецка. Сейчас шалаше Ленина и бежим обратно. Должно получиться 21. Давай, локотком. Оп. Ну что ты там палец потерял? Да. Мизинец? А он не нужный. Со стенкой. 11 километров пройдено. Ты как встал? Хорошо. Себя чувствуешь отлично? Говорю пока. Не, ну мы-то всю дорогу, по-моему, уже разговариваем. Ладно, добегаем 10 километров. Ну и, в принципе, наверное, сегодня наградимся медалями. С дня рождения сестра из Кран, который прошел 31 декабря 2019 года. Слава богу, у нас они еще остались. Ну и у кого их нет, сегодня, скорее всего, за мужественный, так сказать, поступок ребята получат по медальке. Напомню, что сегодня мы должны были бежать 42 километра в Кандалакше. А у тебя сколько там? На 25. На 25, да? Но, к сожалению, коронавирус внес свои коррективы. И приходится бегать дома. Ладно, в следующем году надеемся, что мы своей огромной бандой все-таки доберемся до этого мероприятия и получим свои заслуженные медали Аврора Трейл. Аврора, привет. Да, кстати, Кандалакше, Мурманску, привет. Готовьте трассу. Через год будем. Мы ее бежим сейчас. Мы не отменили. Мы не отменили, да, но... Бесснежно. У нас бесснежно. Хотелось бы, конечно, по пояс снега. И без ваших больших горок. Ну что, как дела? Как Аврора бежится? Аврора вообще рассчитывала на снег. На снег, снег и горки, да? Да, снег. Пока горок не видно было. Горки снесли, снег растаял. Но вообще хорошо. Что-то, по-моему, не вовремя нами приехали. Из Мурманска, Сестрорецк уже стал, да? Ну, передай привет ребятам. Я передаю всем привет. Всем, кто сейчас в Мурманске. А, да, кто-то же поехал еще. По-любому отдыхать, пробежаться. Надеюсь, мы видео увидим этих отморозков, которые все-таки поехали. Ну, отморозки хорошего
смысле слова. Мы вам, мы вам завидуем, скажу честно. Да? Да, конечно. Но в следующем году будем добираться. Пробовать добираться. Вирус кончится. Вирус. Мы против вируса. Трамп, это ты замутил этот вирус. Трамп, уходи. Немного сбились с дистанции. Навигатор барахлит. Аврора Трейл, да? Сестрорецкого полумарафона. Сейчас забежим в гости к нашей беганутой подруге, которая слегка приболела. Надеюсь, она дома. И мы сейчас ей под окном немного... Серенаду попоем. Да, попоем серенаду. Если она будет дома, это будет круто. Вань, Вань, стой. Что-то не отвечает. Мы что, на Рублевке, что ли? Мы, да. Я чуть не... Рублево-Успенская, что-то не узнаю. А, вон. Да. Ясно, нормально забрались. Оль, привет. Привет. Ты где? Я дома. Дома? Какую сторону окна выходит? У тебя на какую сторону окна выходит? У меня на улицу Александра Паншина выходит окна. Это детский сад, что ли? На детский сад, да? Ну, перпендикулярно детскому саду улица. Вы хотите мне в окошко помахать? Да. Ольга! Приходи! Да, мы добрались до нее, она дома. Одевай кроссовки, побежали. Давайте Вячеславу выдам кроссовки. Аня такая загорелая вообще. Давай рукой помаши. Рукой помаши нам. Дай попить. Вот так вот добрались до Ольги. Ольга, вынеси воды попить. Гулять, гулять пойдешь? Все, давай, молодец, что дома была. Не зря бежали. Давай. В общем, добежали до точки старта. Здесь же у нас и финиш. Ну что, все бодренькие? Да, повторим, повторим до марафона. Да, кто-то, я смотрю, потерялся по дистанции. Да? Одни стойки остались. Да, одни стойки, ладно. У нас есть медали, Иван, держи. Медали остались у нас с дня рождения клуба «Сестрорец Кран». За и первое это... место медаль присуждается. Это отличный, отличный повод раздать эти медали. Пусть они за 31, 12, 19, но все наши спортсмены, кто не получил, тот получит сейчас медаль. Давай, вручай. Погнали. Спасибо. Поздравляю. У тебя есть? Вот она. Клубная медаль. Наконец-то она нашла да. Победителей. Серега. Новогодняя. Так, у нас еще Гриша, да? Так, Сереге, смотри, она это надо было через козырек. Давай. Поздравляю. Поздравляю. Мне не надо. Поздравляю. Но у меня же есть. О! О! Вячеслав! Подожди, заблудившийся. Давай сразу на медали, шапку снимай. Все готово. Во-во, залетай, давай. Давай, во-во. Опа, есть. Все. А Гришан где? Гриша потерялся. Ладно, кто не добежал, мы передадим медали. Какая? Ребята, все молодцы. Гриша. Сегодня 21 марта. Сегодня должен был состояться в Кандалакше в Мурманске. Забег трейл на 42, 25 и 10 километров. Аврора трейл, но, к сожалению, наши планы несбыточны в этом году. Но все молодцы, пробежали, получили удовольствие, погода отличная. Так что до новых встреч. Парам-парам-пам.